Здравствуйте. Это у вас тут экспресс-чистка? О, здрасте. Да, а я вас узнал. Вы же этот... Да, это я. Юрий Горбунов. Послушайте, да. У меня проблема. У меня через час прямой эфир, а мне здесь на пиджак птичка какнула. Птичка какнула? Да вы не волнуйтесь. У нас экспресс-чистка. 20 минут, и это маленькое серое пятнышко мы отстираем. Вы не поняли. Серое – это цвет пиджака. Отстирать надо белое. О, господи. Что вы сделали этой птице? Это ее гнездо ваша жена на голове носила. Очень смешно. Извините. Пожалуйста, мне сейчас не до смеха. Пожалуйста, быстрее. Да, все, я кладу. Сейчас вот уже замачивается уже все. Все нормально. Ну, что вы смотрите? Включайте. А, я вам не сказал. Дело в том, что тут минимальная загрузка аппарата 5 килограмм. Он просто не включится. Ну, и что делать? Ну что, подождем, сейчас кто-то из клиентов еще придет, вещей принесет, докинем их, я включу и... Что, с ума сошли или что? Я вам говорю, у меня через час прямой эфир. Пожалуйста, быстрее. Снимайте рубашку. Она у меня чистая. Ну, сходите домой, принесите грязную, я подожду, в принципе, у меня полно времени. Ёлки-палки. Давайте, я пока еще не запустил, давайте. Снимайте, быстрее. Да, давайте. Ага. Вот, есть. Ну? Не хватает. Ну, брюки я точно снимать не буду, даже и не думайте. Там мне вообще все равно, у вас же прямой эфир. Пані Топанове, в центру Киева, в прямом эфире. Так, Юрий... все, спокойно, я давайте, понял. Давайте, снимайте. Заходите сюда, снимайте. Блин. Давайте, ага. И туфли тоже все, давайте, я кладу, давайте. Давай, все, есть. А, что, снимай. А, подштаники тоже снимайте. Я что у вас, в одних трусах тут стоять буду? Ну, не знаю, если вы одни трусы надевали, то будете в одних. Так, давайте. Ага. Носки тоже снимайте, давайте, кидайте. Туфли, давайте, все, нет времени ждать, у вас прямой эфир через полчаса. Ну? 2,5 килограмма еще нужно. Подождем. Кидайте свои вещи. Что вы смотрите на меня? Снимайте свои вещи и бросайте. Так они у меня чистые. Смысл, я же не понимаю. Что вы? Снимайте, что вы сделали? Быстрее, я за все заплачу. Быстрее. Да вы, конечно, заплатите. Снимайте, бросайте капец, свои вообще. Вещи. Вы не предупредили меня, что ли? Экспресс-чистка. Капец. 20 минут. 20 Шмар минут. Какой. Экспресс-чистка, давайте, да. Давайте быстрее. Минут. Так я же не знал, что вы будете на меня закидывать все это. Ёлки-палки. Боже мой. Тоже мне ведущий. Экспресс-чистка. 20 минут, и у вас все будет в порядке. Да, все будет в порядке. Ну, хватает? 80 грамм не хватает. Ну... Я же говорил. Что? Так вот почему вы Горбунов. Я извиняюсь, вы можете на меня не смотреть? Да, вопрос. 19 минут осталось. Что будем делать? В смысле? Ну, чем займемся? Надеюсь, ничем. Ну, может, мы с вами как-то... Не может. Вы нервничаете? Да. Это потому, что рядом голый мужчина? Да нет. То есть для вас голый мужчина рядом – это нормально, да? Послушайте, я нервничаю, потому что у меня через час прямой эфир, а я стою здесь голый. Ну, это же лучше, чем там стоять голым, правильно? Послушайте, я вас очень прошу, давайте просто постоим и помолчим. Да, конечно, не вопрос. Как там Катя? Нормально, Катя, не жалуется. Странно. Что?
Нет, вы не поняли. Я имею в виду, странно, мне говорили, что на канале Коломойского одни евреи работают. Что за глупости? Не, ну теперь-то я вижу, что врут. Послушайте, я прошу вас, как мужчина мужчину, перестаньте меня рассматривать. Да я вас не рассматривал как мужчину. У меня вообще-то девушка есть. Ну вот и прекрасно, давайте отвернемся. Давайте. Что вы за мной повернулись? А, в разные стороны? Ну, конечно. Я не понял просто, извините, да. Так а вы что за мной повернулись? Потому что я не успел развернуться. Ну так разворачивайтесь, что в самом деле. Да не трогайте меня руками. Да не трогаю я вас, господи. Я просто имел в виду, вы туда, я сюда. Давайте без ваших туда-сюда. Блин. Что? Мы можем с вами местами поменяться? В смысле? У вас витрина прозрачная, на меня люди пялятся. Возьмите, прикройтесь. Что вы делаете? Спина зачесалась просто, извините, сейчас сводит немного. Вы можете почесать меня просто, я не могу. Вот здесь вот, не дотягиваюсь, вот здесь почешите. Где? Да вот здесь, нет, чуть-чуть вверх чуть-чуть. Нет, да не оттуда, отсюда, левее чуть вверх. Нет, да, ниже. Да, Юр, ну просто держите руку, я просто сам буду. Держите руку просто. Как вы думаете, меня с такой пластикой взяли бы в «Танцы со звездами»? Идите вы, в конце концов! Ну что же это такое? Извините. Привет всем подписчикам моего видеоблога. Это программа «Голые и смешные». И сегодня у нас в гостях известный телеведущий «Голос Украины», «Танцы с зеркалами» и «Шоу Юры». И сейчас мы с вами увидим «Шоу Юры». Ну что вы делаете? Ну заберите что, телефон. Извините, ну что вы, как ребенок? Ну, хорошо, все, слово. Простите. Понятно. Я понятно говорю? Все. Не понял. Здрасте. Это экспресс-чистка. Ну, мы да? Из коллекторской фирмы. У вас просрочен кредит на стиральную технику, мы ее изымаем. Подождите, что вы делаете? Там мои вещи, остановитесь! Подождите. Да. А, уже проплатили. Несите обратно. Ну, аккуратно, пожалуйста, тут 5 килограмм стирается. Аккуратно, все. Все, уходим, да. А, и смотрите мне, еще раз просрочите, оставлю вас без... Вот так и оставлю, понятно? Пошли. До свидания. Ну, ответьте уже. Так это не у меня. Это у вас, наверное. Алло. О, нет, вот сейчас мне не совсем удобно разговаривать. Что? Провести свадьбу? Конечно, удобно, говорите. Да. Говорите, я постараюсь... Нет, мне это надо... Ручка есть. Ручка? Ручку. Сейчас, секунду. Да, сейчас, одну секундочку. Да, сейчас. Одну секунду. Возьмите. Так, записываю, диктуйте. Куда писать? Сюда давай. Кафе Кипарис. 19:00. Угу. Да, все, буду. Спасибо большое. Да, обязательно. Спасибо. Фух ты, Господи. Или кто-то идет, елки. А, здравствуйте. А я за платьем своим пришла. Почистили уже? Здрасте. Ой, Юра, привет. А что ты здесь делаешь? Так, птичка на пиджак какнула. А я, знаешь, тут 5 килограмм. Ну, снял... трусы. Ну, я сейчас быстро, это 20 минут. Ясно. Катя знает? Да нет, при чем здесь Катя? Я говорю, что птичка на пиджак какнула, а я смотрю экспресс. Да. Юр, я не понимаю, как тебя ведущим заказывают? Ты же двух слов связать не можешь. Нет, Леночка, ты меня неправильно поняла. Я все правильно поняла, Юра. Я теперь понимаю, как у вас кастинги, ваши талант-шоу проходят, как там побеждают люди. Я все поняла. Я за платьем в следующий раз иду. Угу, до свидания. Наконец-то. Достиралась? Не, свет выключили. Нет. Господи.
Ну зачем я пришел в вашу долбаную экспресс-чистку? Да, Юрий, о, господи! Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, я прошу вас. 10 минут эфир, да, я понимаю. Да у меня через 10 минут эфир, я понимаю, что мне ваши 10 минут? Послушайте, послушайте, я вспомню. У нас там в подсобке есть костюм. Костюм, его месяц назад принесли, постирали и не забрали. Пойдемте, я вам его покажу. Пойдемте, давайте, берите, берите, пошлите. Пошлите, быстренько, за мной, короткими перебежками. Давайте, давайте, коротенькими, ага. Аня Топанова, вітаємо вас у прямому ефірі з центру Києва. Здравствуйте, дорогі теленаблюдачники! В ефірі музикально-децибельна програма «Лінаоральна звезда». Я її ведучка Тринко, бритіть ще обладушки! Наша программушка такой длинный час не мозолила ваши глупоглазы, что я даже пару раз преуспел вскучнуть. Чешется запросить вас на многократную извинячку за такой простой. В меня была мощно уважачна причина. Мне было допадли работать, я был на речке и пинал буи. Да. А зараз давайте мощными рукохлопами взбудоражим себя и запросим на сцену нашу звездануту приблуду. Зустречайте, сладколица, горлодралица Злата Огневич! Добрячковый вечерочек, Злата. Дозвольте лобызнуть вам кобылячку. Беляш кушали, да? Окей, добре. Вместе с вами. Да. Да. Парканите Кардашьян, погоняем балабола. Так. Значит, сразу чешется распитать, чи маете вы ухажерца, чи лохматите с хохольком, чи матросите по кобыльках. Я все поняла. Маю. Маете? Маю ухажерца. Так. Маю. Добре. Я просто имел хотелку запредложить вам мутануть по беспределу с сербским ловелазом. С вами? Ясный штрих, что со мной, конечно. Мене ще кличуть сербський Бред Пісіч. Так, опладучки! Гей-гей! Да. На жаль, як то чешуть нас Сербії, не з нашою пружкою. До слова, Злата Огневич, що сильно схоже на сербське ім'ячко та фамілію. Ви не сербка? Злата Огневич – це мій творчий псевдонім. Тобто так накарябано в паспортішці, правильно? Уже так. Да. Добре, ну тогда чешется вам поведать, что вы шишечку притупили, бо в нас в Сербии маются больше милозвучные погоняльца. Давайте так, я вам запредложу двойку-тройку погремух. Может, кто из них вам будет мощней до сердца, неж Злата Огневич. Добре? Добре, добре. Шишка Торчич. Нет? Дырка Зубич. Нет. Бутафорич. Нет. Мракобесич. Шкода Фабич, Мантучешич, Мазафакич, Легка Здобич. Нет? Нет, 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 нет. Просто Злата Огневич, добре. Як нас забалабулять на неч і судільки? Неч, а зраз в нас рекламований перекурчик. Головним бабломітателем нашої програмушки є елітна наливайка Бухарест. Наливайка Бухарест, тільки елітні алкогольні намішалки. Красновата Мері, пена з коладой, штрик на пляже. Наливайка Бухарест, уподобся свиноматки. Наш постоянный партнер – Европейское работодательное агентство. Задолбало нищебродить в Сербии, мотнись в Европу. Европейское работодательное агентство, тереби клубничку в Польше, возводи халабулы, полоскай хрыча в Италии. Опладушки, гей, гей! Возвернемся до Златы, перекинемся до наступной темки. Звезданутое ногодрижество. Это что такое? Это по-вашему танцы с зерками. Так, проект, да? Звездопляски по-нашему, да. Не секрет, что звезданутые плясуны не противлятся подергать партнерца за гормон. Так сказать, поелозить за паркетом. Славнозвестный страноглаз и мироблуд Дима Комаров
даже обженился на своей партнерке и раз официально жалит мисс Украина. А той ваш партнерец Женька Жук, то есть мощно липовидный ногодрик. А был промеж вами искромет? Давайте по чесноку. Жучились с жучком? Ну, конечно, вы хотите услышать ответ «да». Но я люблю бабочек больше, чем жучков. Чем жучков. А Женька с читой жук, да. Така вопрошалка, чи не чешется вам светануть табличкой в киношке? Например, звезданутый репомютный славомет Потап разом с гномовидным шапконосом Монатиком? Светанули хлеборезки в скаженном веселье? Дедовидный горлопан Дзидзё нахлобучил глядача на контрабас. Даже Олька Полячиха в свингернутом фильмеце раздвигала шлепки. Чего вы поджидаете? Я уже согласна. Уже? Да. Добре. А за для того, чтобы мы дальше могли в нашей программушке гонять балабула, я кину благодарку нашим спонсорованным деньгодавцам. Программушка «Оральная звезда» кланяется в чресла минеральной помогалки для растений «Катяшок». Взбодри урожай, разбросай катяшок. А також мы отбиваем поклон кремовидной харя-втиралке для женщин «Надежда». Чешется мужичка? Натрись надеждой. Еще один наш баблометач – сетчатка белградских ресторанов «Едало». Будешь в Белграде – заедь в «Едало». Добре, еще болтается запыташка до вашего песнеметства. Какие планы мотаются на вашем передке? Самые лучшие творческие планы. У меня выйдет видео, новый альбом, тур Украиною, як и называется «Чекай». Ну, то долгосрочный перспектив, а в близкосрочном что? Дорогие мужички и томатки, облазайте кнешлеплёсками. Для вас горланит Златан Ибрагимович. Тоха Катайка.